Вооруженные силы Азербайджана предприняли решительные действия, чтобы покарать преступников. И в результате, по данным, которые я получил сегодня от министра обороны, от 6 до 8 военнослужащих вражеской стороны были уничтожены и многие ранены. После того, как это произошло, через какое-то время армянская сторона стала очень настойчиво просить прекращения огня. Но они должны понимать, что смерть азербайджанского военнослужащего никогда просто так им не сойдет. И несмотря на многочисленные просьбы и мольбы, я бы сказал, армянской стороны, с подключением миротворцев российских, хотя это произошло не в зоне ответственности российских миротворцев, это произошло на границе в азербайджанском направлении. В 21:30 мною была дана команда министру обороны прекратить огонь и позволить армянской стороне забрать многочисленных раненых.